soup. Chicken noodle soup. Chicken noodle soup. Soda on the side. Давно мы не делали реакцию на BTS. Наконец-то у нас появилась возможность. Благодаря Хосоку. Коллаб вместе с певицей Бекки Джи. Я, кажется, ее слушала, я не помню. Мне нравится песня ее. Can't Stop Dancing. Возможно, я знаю, но просто не помню. Давайте заценим клип. Супер Бекки Джи, это же просто ура. Прикольно. Люблю танцы. Chicken noodle soup? Серьезно? Так называется? Да. Классно. Вау. Прелесть. Как он запрыгнул. О, это детки, что ли? Да. Не сразу поняла. И за рулем тоже, кажется, кто-то делает. Только что он тоже детка. Тут на испанском тоже. На испанском? На английском и на испанском должен быть. И на корейском, да? А он такой опыт. На корейском? Go, J-Hope. Mm-hmm. Mm-hmm. Классно. Танцор красивый. О, ты как-то появился. Откуда? Вау. Она такая маленькая. Это улыбка. J-Hope. Машины появились. Какие ушистые. Прикольно. Вау. О боже. Вау. Убили. Боже, как это клёво. Как они танцуют клёво. Вау, машины прикольные. Это кавер на что-то? Это песня есть оригинал, типа они взяли хук от
этой песни. Так эта песня и называется. Это что-то... Чики на дусу, прикольно! Это что-то типа степ-апа, да? Да, это каких-то там годов, то ли 2000, то ли... Да, вот да. Прикольно. Очень-очень клёво, боже. Это вот реально слов нету, это очень клёво. Офигеть. Они им нравилась эта песня ещё в детстве, типа. Он учил танец в детстве к этой песне, типа. Прикольно. И поэтому они записали этот дуэт. Ну, клип классный. Клип и классный. Всё снято одним планом же. Да, и как они все это сбирали. Все эти машины крутые. Вообще. Клёво. Очень-очень клёво, прям. И Джигул такой крутой, там уверенный, главное. Да, он прям такой уверенный. Вообще супер. Очень-очень-очень. Ему идёт такой стиль. И сейчас в этом челлендж, не знаю. С этим танцем? Да. Он в ТикТоке же, они есть, типа, они там начали челлендж. Типа, начал J-Hope, а потом, наверное, все остальные Бантан тоже присоединятся к этому челленджу. Клево, очень. Ну, кстати, с Бекки Джей смотрится классно, мне нравится. Она такая маленькая. Короче, дружите. Да-да-да, он на её фоне такой прям. Ну, знаю теперь, какая девушка мне нужна. Амина такая, я подхожу по всем параметрам, я тоже небольшого роста. И молодая. Ну, танцуешь тоже хорошо. Так что. Да. J-Hope, жди ее. Мы отправимся. Когда-нибудь в следующей жизни. Мы встретимся. Да. Ладно, все, пока. Пока.